Итак, дорогие друзья, мы приветствуем вас на первом полуфинальном матче Самарского этапа чемпионата России по пляжному футболу сезона 2013 года. Матч, в котором встречаются команды «Динамо Москва» и «Ротор Волгоград». Представляет судейскую бригаду матча первый судья, арбитр ФИФА Александр Веревкин. Второй судья, Юрий Зинчев, город Пенза. Третий судья, Дмитрий Оловский, город Саратов. И судья-хоккеист Александр Панилов, город Самара. Составы играющих команд. Динамо, город Москва, выступает сегодня полностью в синей форме. Капитан команды номер 4, Алексей Калмаров. Номер 1, Игорь Линин. Номер 8, Роман Пачев. Номер 9, Алекс Боровский. Номер 10, Иван Постриков. Номер 13, Глеб Волков. Номер 2, Юрий Котов. Номер 6, Алексей Павленко. Номер 7, Денис Сорокин. Номер 17, Сергей Трушников. И номер 12, Олег Рыбкин. Главный тренер команды Максим Копейкин. Уважаемые болельщики, я еще раз попрошу ваших аплодисментов для команды «Динамо», город Москва. Команда «Ротор», город Волгоград, выступает сегодня полностью в белой форме. Капитан команды номер 2, Андрей Панкратов. Номер 1, Максим Чушков. Номер 6, Дмитрий Шишин. Номер 11, Михаил Черняев. Номер 9, Андрей Андреев. Номер 3, Сергей Лебедев. Номер 7, Максим Кутузя. Номер 8, Мартиньо. Номер 22, Олег Мозговой. И номер 20, Антон Грик. Главный тренер команды Эмиль Заваров. Дорогие друзья, я еще раз попрошу вас за специально для команды «Ротор», город Волгоград. Далее предстоит вам увидеть два полуфинальных матча Самарского этапа. Но самое важное уже случилось. Полностью определился состав суперфинала этого сезона. Суперфинала, в котором, ну, к большому разочарованию, к сожалению, для болельщиков этих двух команд не сыграют Ярославский Подгонник и Саратовская Дельта. Ну а где нам с этого поля начинает этот матч? Удар поворотом и Максим Чучков надежен. На предыдущем этапе в Волгограде обе эти команды также оказались в полуфинальных матчах. Но какое-то занял место получше. Ротор был вторым серебряным призером волгоградского этапа, стали подопечные Эмиля Джабанова, но подопечные Максима Копейкина заняли четвертое место. Ну и опять же, теперь мы понимаем прекрасно, что смотрим мы в том числе и за игру суперфиналистов этого сезона. И «Динамо» и «Ротор» сыграют суперфиналы, и уже речь о рейтингах, о чарах, дорогие друзья, не идет. Единственное, просто интересно, каким же будет проходной балл. В прошлом году это были 6 рейтинговых очков. Но в этом году может получиться, что или 6, или 7. Вот, это, кстати, зависит
от того, какое место займут саванские крылья. В итоге здесь, на нашем этапе, если крылья занимают шестое место завтра, то проходят вам будет 6 очков. Если крылья завтра Локомотив обыграют и займут пятое место, то тогда 7 рейтинговых очков будет проход в суперфинал в этом году. Вот такая примерная история. Есть кадровые потери в составе обеих команд. Из-за перебора желтых карточек в этом матче не играет бразильский легионер команды «Ротор» Жил Пауло, который, кстати, в прошлом году здесь в Самаре был признан лучшим игроком этапа. Но перебор желтых карточек, а у московского «Динамо» тут Александр Корничук, игрок сборной Украины. Но у Александра причина еще более, наверное, не свадьба, дорогие друзья. Вот поэтому Александру пришлось отправиться домой на Украину, чтобы жениться. Вот такая история. Но здесь Игорь вступает в игру. Замечательный голкипер. Ну и вот сейчас совершает он первый по-настоящему серьезный стрейк. В этом матче я собрал свои оружие, которые не прикосновенности. Но у него коллега Папуан из команды «Ротор» Максим Чужков был признан лучшим игроком в Волгоград, лучшим вратарем. Именно лучшим вратарем волгоградского этапа чемпионата России, который буквально недавно состоялся. А лучшим игроком был признан Мечев. Португальский легионер московского «Локомотива». Ну а это Дмитрий Шишин. Да, поворота, игрок сборной России, чемпион мира по прежнему футболу. Составит сборной России. Супер бомбардир. Невероятно количество голов по счету этого футболиста. Ну и вот перешел на Волгоградский «Ротор» в этом сезоне. Попал в район в составе московского «Локомотива». Но в этом сезоне суперстрансфер. Сенатурия Волгоградцы. Пригласить по своей знаменитой Дмитрия Шишина. Один в него! Руха ниже! Руха, выйди оттуда, выйди! Итак, сейчас пока не открыт 0-0 первого финала. Естественно, победить хотят и те, и другие. И при этом давайте не забывать, что волгоградский «Ротор» является действующим победителем саванского этапа чемпионата России. Сложный гол! В исполнении Сергея Эмилевича открыт 1-0.
Вот такие вот роскошные голы. Давай, пятом футболе. Давай, еще лучше. Вот сейчас, конечно, удар Сергея Ильина просто. Вот Сергей Калича. Давай!
глаза. Капитан, Из-за этого попал. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, кто только что прошел стадион, может быть, что завтра неделя начнется не в 16:00, а в 15:00, потому что в 3 часа состоится гал-матч, на котором сыграет команда ветеранов в коллективе «Пыли Совета» против «Ультимитета» самых коллективных чемпионатов России. Так что приходите завтра на стадион в 15 часов. Как я уже говорил, эти матчи всегда проходят в очень веселой дружеской атмосфере. Может, вам разобраться в шуток и так далее. Поэтому мы будем подсказывать. Так что, давно пожалуйста, уже на 15 минут на стадион. И не нарушая правила Сергея Дмитрия. Роман Паша пробьет красный удар. Thank you.
И зафиксировано, все-таки здесь нарушение правил. Максим Сычков будет пробивать каждый удар. Кстати, частенько надо признаться, забивает Максим. Забивал он, по-моему, на заканчике подачи чемпионата России.
И нарушение правил. В этом моменте просит Сергея Лебедева, извиняется за жестко Сергея Трушников. Ну и опаснейший штрафной. Опаснейший штрафной. Ну и
получает 95-500 золота. Алексей Шампанов, капитан Московского «Динамо». Не случится.
Вперед!
Олег, там внимательно. Забирай его, Маш, второй. Олег, какой, какой, хорошо. Все, все, какой, Маш, сын, уходи. Простите, на себя. Ровно половина третьего решающего периода сыграно, 6 минут команды прыгали на песке и еще 6 минут они сыграют. 6-2, пока что уверенно приучат ворота, 4 забитых мяча, 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 4 забитых мяча. Готовится провести смену вратаря, подавать руководитель команды Максим Чучков. Через второе время Кубик покинет. И Антон Гриль появится на поле под номером 20. Yeah.
Рядом со мной Михаил Чурляев, игрок Волгоградского ротора. Михаил, ну поделитесь эмоциями, команда в финале, такой замечательный результат, повторение волгоградского этапа, что скажете? Ну, масса впечатлений, мы очень рады, даже не могу как бы объяснить все словами. Очень рад, что повезло попасть опять в двойку, будем бороться за первое место, конечно, будет очень тяжело, но команда очень довольна, как бы, все рады, море эмоций, нет слов. Показалось, что вчера игра гораздо сложнее выдалась для вас против Крыльев Советов, или это лишь вот такие ощущения со стороны? Сегодня тоже было тяжело? Ну, сегодня было не так тяжело, потому что вчера мы против хозяев турнира действовали, играли, и как бы болельщики поддерживали, очень психологически было тяжело, но мы психологически настроились при счете 5-2, проигрывая, собрались, благодаря еще Дмитрию Шишину, он, конечно, красавчик. И вы вырвали победу в конце матча, очень рады. Останетесь смотреть второй полуфинал, и кого предпочтительнее видеть в финале соперника? Ну, конечно, соперники все сильные в данном полуфинале, но, конечно, хотелось бы Стогино видеть, но маловероятно, конечно, это. Будем биться против Кристалла, я думаю. Спасибо вам большое за интервью, удачи команде в финале.